Уважаемые коллеги, известно, что ультразвуковая факоэмульсификация является общепринятой операцией для лечения больных катарактой и выполняется в каждом городе Украины. Без применения вискоэластиков сложно представить современную операцию по удалению катаракты, и их применение отмечено во всех международных протоколах по хирургии катаракты. Они занимают прочное место в технике факоэмульсификации. Общеизвестны положительные защитные свойства вискоэластиков для структур глаза. Между тем, каждый из нас сталкивался с отрицательными эффектами воздействия вискоэластиков на структуры глаза при факоэмульсификации. В первую очередь, это повышение уровня внутриглазного давления в первые часы дни после операции, связанное с неполной эвакуацией вискоэластика из глаза в конце операции. Так называемый ТАСС-синдром. Токсический синдром переднего отрезка глаза, проявляющийся возможным развитием асептического воспаления после операции и другие. Причины ТАСС-синдрома – продукты распада вискоэластиков при стерилизации в полости операционного инструментария, эндотоксины физраствора, недостаточная очистка хирургических элементов, компоненты вискоэластиков в передней камере. Клинический ТАСС-синдром может проявляться эндофтальмитом и офтальмогипертензией, что в ряде случаев может приводить к гибели глазного яблока. Возникает вопрос, можно ли в эпоху автоматизированной, роботизированной, компьютеризированной факоэмульсификации и рефракционной хирургии с использованием самой современной системы Ingenuity, которая позволяет получить максимально четкое 3D-изображение с использованием 55-дюймового 3D-дисплея Ultra HD 4K разрешения, фемтосекундного лазера с максимально точными характеристиками переднего и заднего капсулы рексисов, навигационной системы Virion, Callisto и даже операционного аберометра Ora проводить факоэмульсификацию без применения вискоэластиков, уменьшая процент интра- и послеоперационных осложнений. В современной офтальмологии предпринимаются попытки проведения факоэмульсификации без использования вискоэластиков. В частности, в журнале катарактальной и рефракционной хирургии за 2020 год имеется публикация, посвященная данному виду факоэмульсификации, которая носит название Pure Phaco. В результате проведенного исследования не было установлено статистически значимых различий по таким параметрам, как количество клеточных элементов в передней камере, внутриглазное давление, количество эндотелиальных клеток до и после операции. Представляем наш клинический случай использования Pure Phaco у больного возрастной катарактой. Больная, 64 года, с начальной катарактой обоих глаз, обратилась в отдел глаукомы и патологии хрусталика Института глазных болезней и тканевой терапии имени Филатова. Больной была имплантирована интраокулярная линза IQ Natural плюс 18,5, рассчитанная по формуле SRKT. При выборе планируемой послеоперационной рефракции расчет проводился на эмметропию. Обращаем внимание, что операция записана в реальных условиях ее проведения, без монтажа кадров и их ускорения. Первым этапом выполнено два парацентеза роговицы диаметром 1,2 мм. В переднюю камеру введен мезотон, лидокаин. Передняя капсула хрусталика была окрашена стерильным раствором метиленовой синьки для лучшего контурирования. Раствор синьки вымыт сбалансированным раствором БСС. Этап капсулы рексиса выполнен при помощи цангового пинцета через парацентез. При капсулорексисе без вискоэластика с использованием стерильного ирригационного раствора передняя капсула имеет четкий вид, так как перед ней находится прозрачный сбалансированный солевой раствор, что позволяет правильно оценить ее размер и центрацию относительно зрачка. Кроме того, сам процесс капсулорексиса проходит более уверенно, так как при разрезе капсулы хирург не чувствует сопротивления, обычно вызываемого вязкими вискоэластиками. Следующим этапом выполняется основной роговичный разрез диаметром 2,2 мм в заданном меридиане. Этап гидродиссекции
и гидроделинеации проводится по стандартной технике. Внутриглазное давление на левом глазу составило 18 мм ртутного столба. Количество эндотелиальных клеток 2515 на миллиметр квадратный. При помощи оптического биометра LENSTAR было установлено передне-задний ось глаза 24,44 мм, кератометрия 43,69 мм. Факоэмульсификация была выполнена по традиционной методике на факомашине Centurion с использованием линейного непрерывного ультразвука с функцией Intelligent FACO. Ядро хрусталика удаляется по методике FACO-CHOP с использованием чоппера. Хрусталик равномерно делится на 4 фрагмента, после чего производится его эмульсификация. Следует отметить, что мы в своей практике используем отдельные элементы Pure FACO эмульсификации, например, при имплантации интраокулярной линзы. Наш опыт свидетельствует о том, что использование раствора BSS при заправке интраокулярной линзы в картридж технически выполнимо и обеспечивает запрограммированное движение интраокулярной линзы в переднюю камеру. Важным является то, что после имплантации интраокулярной линзы нет необходимости вымывать остатки вискоэластика из передней камеры. При этом снижается вероятность подъема внутриглазного давления в послеоперационном периоде и снижается количество послеоперационных воспалительных реакций. После удаления ядра хрусталика проводится этап аспирации и ригации по стандартной методике. Во время операции нужно достаточно тщательно подходить к полировке задней капсулы, так как незначительные помутнения могут влиять на контрастную чувствительность и остроту зрения после операции. Мы считаем, что идеальными кандидатами для проведения Pure FACO эмульсификации являются больные катарактой, имеющие первую третью степень плотности ядра хрусталика по классификации Бурата, широким зрачком, достаточным количеством эндотелиальных клеток и не имеющих сопутствующих глазных заболеваний. Интраокулярная линза имплантируется через картридж D при помощи инжектора ASIC. Следует отметить, что процесс имплантации интраокулярной линзы проводится также без использования вискоэластика. В картридж вводится солевой раствор BSS и при помощи методики Wound Assist интраокулярная линза вводится в переднюю камеру глаза. Ротируется, центрируется. В первый день после операции острота зрения составила 0,9 с диафрагмой 1,0. Роговая оболочка прозрачная, передняя камера средней глубины. Положение интраокулярной линзы правильное. Плотность эндотелиальных клеток через 7 дней после операции составила 2402 на квадратный миллиметр.